Аня, расскажите что-нибудь о себе немножко. Обо мне? Я, по идее, по образованию архитектор. Я всегда занималась живописью, искусством, так или иначе. Это было мое дело основное. Вот, и в какой-то момент я решила, что... Я решила, что хочу проявиться в этом как можно больше. Начала создавать картины более масштабные. И это стало такой основной моей частью жизни. А вы в нашей архитектурной академии учились, да? Да, да. Закончили уже? Закончила магистратуру и работала я в основном дизайнером интерьера. А сейчас вы занимаетесь только вот живописью? Да, только искусством. У меня получился такой естественный, долгожданный переход к этому. А про эту выставку что бы вы хотели зрителям сказать? Ну, во-первых, выставка называется «Неопределенность. Каждый шаг». И она передает скорее мое состояние и, скорее, и даже такой творческий процесс. То есть каждый раз, когда я подхожу к холсту, я не могу предсказать, что у меня получится. Как в жизни это часто бывает. Мы не можем предсказать, кто будет говорить рядом с нами на фоне, что создаст такую картину вокруг нас. Вот. И в ходе работы, в каком-то потоке, ко мне приходят образы, мысли, я их запечатлеваю и передаю уже зрителю. И даю возможность зрителю самому как-то трактовать их. Поэтому картины без названий, да? Иногда я пишу какие-то подсказки небольшим шрифтом, вот, чтобы задать направление мысли. Но на самом деле у них есть название, просто у них не присутствует. Ну, еще один момент для свободы. А это у вас уже выработался свой стиль, да? Потому что вот видно, что один почерк потише там. То есть вы уже работаете вот в этом стиле, да? Или еще ищете себя? Ну, так получилось, что я какое-то время себя искала, а потом я прошла через школу молодого художника с уклоном в современное искусство. Там я почувствовала свободу. Это не в ГЦСИ случай? В ГЦСИ, да. И сейчас это какое-то вот мое внутреннее, максимально мне, как сказать, идентичное выражение. То есть мне кажется, что я уже в некоторой степени нашла свой стиль и нашла верное направление для следующих шагов. В дизайн уже не хочется возвращаться. Ну, здесь моя душа, и это настолько влюбляет. Я так рада видеть зрителей, которые могут все это тоже увидеть вместе со мной, что невозможно от этого чувства отказаться. Хочется, наоборот, его больше и больше растить. Ну вот вы в такую стильную галерею попали. Это у нас Антонов, она особенная галерея. А уже какие-то были у вас персональные выставки? Я на самом деле очень люблю эту галерею, была очень рада здесь оказаться. У меня были групповые выставки, совершенно небольшие персональные, на которых у меня не было даже открытия. Поэтому это мое первое открытие здесь, сейчас. Ну, значит, вас можно поздравить. Это получается почти что дебют. Да. И это точно дебют с моими вот этими работами, такими уже более абстрактными. Ну, поздравляю тогда вас. Спасибо большое. Спасибо большое.